could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So
Иван Чпанов, представитель команды Хайденхайм, сейчас закончилась игра против Шпильберга. Поражение 5-3. В принципе, это, можно сказать, наверное, был самый серьезный соперник с того момента, как команда к нам зашла. Что можешь сказать по игре, в принципе? По игре игра была равная. Соперник просто перебегал. Много у нас ошибок в обороне. Надо отрабатывать. Будем сплочаться, сыгрываться. Еще покажем лучше футбол. Сопернику спасибо большое за игру. Был качественный футбол сегодня с обоих сторон. Спасибо. Как думаешь, быстрый гол он надломил или, в принципе, никак не повлиял? Нет, команда у нас с характером никак не повлияла. В принципе, можем играть с любым счетом. Главное, чтобы было желание. Погодные условия плюс счет. Два дурака залетело к нам вратарских. Ничего страшного, будем работать.